Ежедневно более 1000 специалистов занимаются выбором поврежденной кабельной линии. После точной локализации места повреждения и проведения раскопок они определяют, какой кабель в пучке вышел из строя. Сам пучок в ряде случаев состоит из более чем 10 кабелей. Только после этого разрешается проводить электромонтажные работы. Неправильное определение поврежденного кабеля может стать причиной последствий, опасных для жизни электромонтеров, или привести к выходу из строя системы электроснабжения потребителей. Чтобы подобные случайности безвозвратно ушли в прошлое, производственная компания Angstrom разработала систему выбора кабелей ВКП-1. С ней вы можете легко выделить поврежденный кабель из пучка. ВКП-1 совершает сбор сигналов с помощью трехфакторного анализа, распознает кабели большой длины, оснащена удобным в эксплуатации гибким датчиком для приема сигнала. Обладает такими преимуществами система ВКП-1, проста в управлении и доступна по цене даже для малых электротехнических предприятий. Получите информацию о продукте и сделайте заказ на сайте или по телефону. Angstrom. Профессиональное поисковое оборудование.